Игоря нет. Ушел из жизни настоящий гений. Звезда с большой буквы. Тяжело и горько прощаться. Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Трагические новости. Вчера не стало легендарного советского кинооператора Игоря Черных, который работал над такими картинами, как «Бриллиантовая рука», «Большая дорога», «Емельян Пугачев» и многими другими. О кончении Игоря Анатольевича сообщили его коллеги. 12 июня Черных исполнилось 88 лет. Почему с ним произошла трагедия, пока неизвестно, ведь близкие прославленного кинодеятеля не делятся подробностями последних дней его жизни. Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентным, очень добрый и отзывчивым человеком. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный. Игорь заряжал нас своим оптимизмом. К слову, Игорь Анатольевич окончил актерский факультет в ГИКа в 55-м, после чего пошел работать на Мосфильм. Всего Черных снял более 20 фильмов. В 88-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Черных также награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой. Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.